присутствие Твое дороже всего, превыше всего для меня. Иисус, милость Твоя всегда надо мной, Ты держишь меня.
Слава тебе, Иисус.
никогда не оставляешь. Ты Эммануил, что говорит с нами Бог наш. Ты Господь Господствующий, Ты тот, который достоин всей хвалы, Ты тот, который достоин всей славы, мой Бог. Я благодарю Тебя, Отец, что Ты пришел уже на это место. Я знаю, Господь, что если есть какая-то нужда сейчас в зале, Ты не оставишь ее без внимания, Ты не оставишь ни одного человека в проблеме. Я знаю, Господь, что все, что мы имеем, Ты сказал, придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас. Если есть сейчас у кого-то какая-то нужда или какая-то проблема, которая мешает вам спокойно жить, которая мешает вам наслаждаться жизнью, есть Господь, который говорит сейчас тебе, приди ко мне всем своим сердцем, всей своей душой. В Луки 19 главе Иисус сказал, что я пришел взыскать и спасти погибшее. Я пришел взыскать и помочь тому, кто нуждается сейчас. Он пришел для того, чтобы помочь тебе решить твою проблему. Он пришел сюда для того, чтобы исцелить тебя. Он пришел сюда для того, чтобы помочь тебе. Все, что Он ожидает от нас, это наше сердце. Это наше сердце. Это нашу жажду. Он ожидает, что каждый из нас в пощении, благоговении сейчас пришел к Нему, чтобы освободиться, чтобы исцелиться. Не фокусируйте сейчас ни на чем, что мешает вам. Фокусируйте сейчас на Христе. Давид говорил, я возвожу свои очи к горам, откуда приходит помощь моя. Я не знаю ни одного человека, который бы смотрел бы на проблему, и проблема бы решилась. Но я знаю много людей, которые смотрели бы на Христа, и проблема решалась. Он говорит, я горы уравняю, я проблемы разрешу. Я оковы разорву. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Слава тебе. Слава тебе.